Администрация Кировского внутригородского района в своем телеграм-канале публикует подробный фотоотчет о жителе Самары, который принял участие в акции «Своих не бросаем». Молодой человек решил помочь вынужденным переселенцам с Донбасса и доставил гуманитарную помощь на базу Дубки, где находятся эвакуированные жители ЛНР и ДНР. Глава Советского внутригородского района Вадим Бородин создал свой телеграм-канал. Об этом сообщает руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова. Канал главы Советского района доступен по опубликованной ссылке. В связи с проведением забега, посвященного Дню космонавтики, на некоторых участках дорог будет ограничено движение транспорта, говорится в телеграм-канале Дептранса. Так, с 6 до 11 утра 17 апреля движение ограничит по улице Молодогвардейской от улицы Маяковского до Вилоновской, по Вилоновской от Молодогвардейской до Чапаевской, по улице Чапаевской от Вилоновской до Шостаковича, по Шостаковича от Чапаевской до улицы Куйбышева, а также по Куйбышеву от Шостаковича до Максима Горького. Общественный транспорт будет работать по временной схеме. Администрация городского округа Самара в своем телеграм-канале приглашает самарцев на бесплатные автобусные экскурсии «Гостеприимный горожанин». Участники смогут ознакомиться с самарскими достопримечательностями, самыми красивыми и знаковыми местами областной столицы. Квалифицированные экскурсоводы расскажут не только о культуре родного города, но и познакомят с туристической инфраструктурой. Первая экскурсия состоится 15 апреля в 18 часов вечера. Побывать на ней смогут жители города старше 7 лет. О необходимости соблюдения правил использования газа в быту напоминают в телеграм-канале железнодорожного района Самары и дают важные рекомендации. При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода и немедленно вызвать скорую помощь. При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить по телефонам 04 или 104, а также по телефонам экстренных служб 01, 101 и 112.